Это Матильдочка. Сегодня у нас какое число? 13-е. 13-е. Матильдочка, где у нас маленькая девочка? Сегодня у нас 13 сентября 2018 года. 11 часов 42 минуты. Вот, мы с Матильдочкой в будуарах. Эти будуары. Это Матильда. Матильда Фелиса де Баси Сайфуддин. Красота. Красотуса девочка. На ручки пришла. Там и спала она на этой штучке. В общем, эти ножки. Матильдочка, у нас есть вода? Что у нас с газовым котлом? Надо этому местному электрику звонить. Матильдочка, по поводу газового котла. Вот свет как-то сам включился вот этот вот вчера. В общем, красоте. Матильдочка, Ирфан уже звонил. Сказал, что приедет часа в два. В общем, мы ждем сегодня Ирфана. Моя красотка, моя девочка, моя хорошая. В общем, вот такие вот дела. Матильдочка, веление. Веление будем тоже читать, да? Да, будем читать. Какие будем читать? Услышь, богиня, наш призыв, пусть каждому сияет солнце, сокровищ сказочный прорыв на нас золотым дождем прольется, и те сердца, что в унисон со всей вселенной в ритме бьются, богатств достигнутый высот и ангелов душой коснутся, что приготовили дары для всех несметные богатства, все есть твое, иди, бери, вступай в божественное братство». Фортуна, возроди сознание, чтоб манну получить с небес. Низ равен верху, век познания, для всех достаточно чудес. Услышь, богиня, наш призыв, пусть каждому сияет солнце, сокровищ сказочный прорыв на нас золотым дождем прольется, и те сердца, что в унисон со всей вселенной в ритме бьются, богатств достигнутый высот и ангелов душой коснутся, что приготовили дары для всех несметные богатства, все есть твое, иди, бери, вступай в божественное братство. Фортуна, возроди сознание, чтоб манну получить с небес. Низ равен верху век познания, для всех достаточно чудес. Матильдочка. Моя красоте, моя девочка. Только там у нас было 3 написано, 9 раз читать. Услышь, богиня, наш призыв, пусть каждому сияет солнце, сокровищ сказочный прорыв на нас золотым дождем прольется, и те сердца, что в унисон со всей вселенной в ритме бьются, богатств достигнутый высот и ангелов душой коснутся, что приготовили дары для всех несметные богатства, все есть твое, иди, бери, вступай в божественное братство. Фортуна, возроди сознание, чтоб манну получить с небес. Низ равен верху век познания, для всех достаточно чудес. Да, Матильдочка? Матильдоси? Ну, это Матильда, это девочка. Ой, это моя красотуса, красота. Такая спокойная девочка у меня, Матильдочка.